это же, я не знаю, как это сказать, это просто райское место. Вот Аллах Таала нас сюда отправил, это же не наша заслуга. И вот я знаю себя, я не такой, чтобы меня Аллах Таала... Ислам – это спасение. Что еще может спасти человека, кроме как ислам? Ничто же не может. Поэтому это самое правильное решение тех людей, которые вот это придумали, построили и вот так держат это. Я даже не знаю, что сказать еще. Я даже их называю, я тут нашим ребятам тоже говорил. Я говорю, эти обитатели рая, говорю.